Умер народный артист РСФСР Геннадий Печников. В Москве скончался народный артист РСФСР Геннадий Печников. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва». По предварительной информации, церемония прощания с актером пройдет в РАМТ, уточнили в пресс-службе Российского академического молодежного театра «РАМТ». Печникову был 91 год. Артист был художественным руководителем Института театрального искусства имени Ершова. Среди его режиссерских работ спектакли «Винтовки Тереза Карар», «Как закалялась сталь», «Рамаяна», «Рядом с большим», «Напротив малого» и «Золотое звено дружбы». Перейти в мою ленту ссылки по теме «Старейший артист РАМТ Г. Печников скончался на 92-м году жизни». Агентства «Москва», 27 апреля 2018 умер народный артист СССР Шухрат Абасов.Лента.ру, 25 апреля 2018 умер народный артист России Олег Анофриев.Лента.ру, 28 марта 2018 умер Олег Табаков.Лента.ру, 12 марта 2018 новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.